Вы видели, снаряд под танк упал? И он умер, он на него упал или что? Пиздец, вы видели? Чел просто жопой на снаряд упал и умер. Я такого дерьма ни разу не видел. Концепт против восьмерок наигрался, да? Это что, какой-то индийский сериал снимают? Что это вообще такое? Каскадер полетел. Ой, со седьмого рычок видно чуть-чуть. Какой лечок у со седьмого, ты дебил? 5,7, наверное, сейчас продаст игру. Иса седьмого в отсутствующий лючок пробил. Сбил гусеницу, иди отсюда. А сюда можно проехать? Получается, можно. Неплохо. Хоть что-то интересное за стрим произошло. Лянь, как он смешно едет. Ой, сука. Молодец. Простите, вас не затруднит пойти куда-нибудь еще? А можно такого мальчика поставить на входе в картошку? Чего? Я такого диалога ни разу ни в одной игре не видел. Не, ну, если бы я на входе в картошку такого мальчика встретил, я бы задумался. Челики просто стоят. Сосуд от ПТ-шек. Чё? Вот весь геймплей. У меня альфа 403-420. 408. Вот три отметки. Опять три раза подряд нищая альфа. Что это? Это World of Tanks. Ой, блядь, там еще этот петух, сука. В кустиках сидит. Ну, мне пиздец. О, альфа прошла, вау. Не прошла. Так и живем. О, 28 увидел, что у меня хп мало, поехал на разбор киля. Свинья. На тебе в зубы. А как он разворачивается, планирует? Красиво. Оп. Ты чё, алкаш? Совсем с дуба рухнул. Боже, сука, я играю с ВБРом минус 300%, еще и что-то набиваю. Что? Все в порядке с игрой. Пикси. Ой, понял. Нагиб завершен. Приходите еще. Тебе он тяж едет, Лех. Я никак там не помогу. Господи, какие гибланы. Леха, дыши. Лянь, куда он приехал? Да все нормально у него. Он приехал залп дать.
Ну я в шоке просто. С залпом все хорошо. Он мне на ход его дал в соседнюю игру. Сука. Ну и выблядок. Я пока пытался сказать. А что хотел сказать? Что у тебя в процессе 44-ка было. Дохлая. Ну, в тебя смотрю. Тебя. 520. И твоя. 520 вся моя. 460 же у тебя. 460 же у меня. Ну вылетел 462, значит больше же. Жиж. Выехал. Чисто выехал, чихнул мимо и сейчас. И смотрит. Да я еще не выехал. О, у меня аж страница зависла. На, просто в центр корпуса. Не, он реально на двухстволке чихнул. Этот чел так и стоит посреди улицы. Что там сзади подпихивает? Что-то жаба какая-то стучится. Король с клешнями, привет. А что тут Шкода пасется? Ну что ты стал поперек дырки, ты конченый? Сгинь. Ну и как я должен ехать? Что ты делаешь? Блять, сын геометрии. Он мне просто мешает ехать. Зачем? Вы, блядь, доконченные. Надеюсь, тебя Шкода ёбнет. Тупой петух. Его убила Шкода, тварь тупую. Нехер меня было чуть выблядок. Так будет с каждым чмом.